Итак, продолжим наш осмотр. Ух ты. Это то, что я все время путаю, да? Называю камелией. Ну, нравится мне этот цветок. Я всегда называю все остальные цветы камелиями. Ну что? Какая прелесть. Слушайте, издалека она смотрится как искусственная вообще. Надо понюхать. Ну-ка, я ее понюхаю. Говорят же, она пахнет, да? Нет. Нет, она не пахнет. Огромный куст за 6000. Красота редкостная. Ароматные травы. Смотрите, какими ровными рядами. Ровными рядами прямо. Прелесть какая. Разнообразие, конечно, впечатляет. В сезон, кстати говоря, такого количества, наверное, даже здесь и нет. Хотя, может, и есть. Я уже не помню. Дождемся сезона и проверим. Как же я люблю ходить среди этих растений, как в тропическом лесу. Оценка. Розы. Ну, этого следовало ожидать. 99 рублей их сейчас продают. Это просто смешно. Не знаю, мне кажется, они не выживут уже. Они уже все засохли. Высоко стоит. Ну и цикламена, естественно. Что ж еще уценять-то? Ну, цикламены даже в подарочной упаковке. Правда, им там, мне кажется, плохо в этих пакетах. Они уже вянут. Цикламенов много, разные, такие красивые, когда цветут. И здесь тоже. Даже такие, знаете, как махровые. 349 рублей. Гиацинты. Смотрите, какие украшенные, прямо со звездами. Это называется, когда нечем торговать, тогда вот этот красный очаровательный цветок стоит везде, просто везде, в каждом зале. И в теплом, и в холодном. Много очень таких подвесных кашпо. Красиво, конечно, когда их много, и они разные. Смотрятся неплохо на такой стойке. Так. Все те же розы на распродаже. Конечно, кто же зимой розы-то будет покупать? Тем более за такую сумму. Могли бы, конечно, распродать, так распродать. Елочки, однако, не расхватали. Елочек много осталось очень. Ну, по причине, опять же, это пихта. А по причине их стоимости. Понятное дело, что это дороговато. Красавец какой. Да, голубая ель, конечно, шикарная.
Фитолампы. Очень дорогие, очень. 900 рублей. Господи, она такая маленькая, 9 ватт. 50 сантиметров, что ли, или 60. Очень маленькая. А здесь еще есть меньше, за 700. Боже ж ты мой. 6 ватт. Смертельно дорого, что я вам хочу сказать. Просто нереально. Вот эти точечные светильники, не знаю, мне они никогда не нравились. Тоже стоят бешеных денег, а светят как бы, ну я не знаю, точечно они светят, правда? Не так, как, конечно, линейный. Но цены зашибись. Кто-то там спрятался в розах. Мне что-то кажется, пора уже урожай собирать. Ну что вот они все висят и висят, висят и висят. Что их никто не ест? Смотрите, какие лимоны огромные. Ничего себе, да? Надо собрать его, я так думаю. В семена тоже хочется зайти всегда посмотреть. Смотрите, меня привлек вот такой сорт. Называется черничный десерт. Красивый, во всяком случае, на картинке. Я пытаюсь себя сдерживать, чтобы ничего не прикупить, так как мы со Светой уже сделали заказ на одном из сайтов. Вот и уже после Нового года у нас должны быть семена. Много очень петуний, циний, ну, всего-всего, в общем, очень много семян. Ну, по цветочкам у нас главная Светлана. Она лучше разбирается, что нужно прикупить. Смотрите, вот так я люблю ходить по магазину. Никого. Куча удобрений, пожалуйста, в вашем распоряжении. Красота, правда? Прям ходил бы, ходил бы. Нет, не буду брать, не буду. Уж взять все-таки. Блин. Количество семян 12 штук. Ничего себе, на всю жизнь хватит. Нет, возьму, наверное, одну. Также в ассортименте кассеты для рассады тоже. В больших количествах и разные разновидности всякой зелени, пряной и салаты. Красивые какие термогигрометры электронные. Гашки без комментариев. Ну и по ценам тоже. Здесь дороговато, я бы сказала. А вот она, гордения, которую я с камелией все время путаю. Сейчас все больше в интернете набирает популярность кашпо из ротанга. Из натурального и искусственного. Люди уже сами плетут. Ну, действительно красиво, да? Мне тоже нравится. Кто бы мне сплел бы? Не знаю, как вам, а мне уже жутко хочется весны и на дачу. Уже поковыряться в грядках. Вот такая ностальгия. Особенно, когда заходишь в какой-нибудь такой отдел с инструментами.
хочется сразу что-нибудь купить. Какой-нибудь секатор. Какое кашпо интересное с ножницами для кактуса. Красивое какое. Олени, кстати, не распродают, их убирают. Конечно. Чтобы можно было продать в следующем году. Ну и напоследок искусственных цветов вам. Красота необычайная. Всем спасибо за внимание. Всем пока.